Может, что-нибудь скажем, прежде чем начнем основное мероприятие? Да. Скоро я тебя убью. Ясно? Каким образом? Сначала я использую тебя как живой щит. Потом убью вот этого ублюдка одним из инструментов, лежащих на твоем столе. А потом я сверну тебе шею. Такая самонадеянность, дорогой пациент. Думаешь, я в наручниках? Угу. Не обольщайся. Колотамам? Колотамам? Идем, дорогая.